Стоп-машина. Германия ограничивает прием беженцев. Ангела Меркель пошла на уступки партнерам по блоку христиан, социальному союзу, который требовал ужесточить миграционную политику. И вот теперь из-за этого решения канцлера стране, возможно, грозит политический кризис. Почему, узнаем от Татьяны Лагуновой. 8 часов за закрытыми дверями. Компромисс по вопросу беженцев представители двух союзов, христианско-демократического и христианско-социального, искали практически все воскресенье. И, наконец, поздно вечером политики сообщили, есть прорыв. Они придумали хитрую формулу, которая устроила обе стороны. Прием беженцев ограничили, но избежали слова «лимит». Я долго думала над тем, как объединить требования ХСС, ограничить количество людей, приезжающих в Германию, до 200 тысяч. И мою убежденность в том, что каждый человек имеет право на рассмотрение его прошения об убежище. В итоге получилось так, Германия будет принимать 200 тысяч беженцев в год. Но в случае, например, гуманитарной катастрофы, правительство оставляет за собой право пересмотреть эту цифру. Если это ограничение 200 тысяч будет невозможно соблюдать ввиду событий в мире или нашей стране, правительство и парламент примет решение о корректировке. Мы достигли цели, которая была для нас очень важна. На уступки партнерам по блоку ХСС Ангела Меркель пошла. Теперь остается ждать, что на это скажут другие партнеры по будущей коалиции. Например, партия «Зеленых», которая всегда была категорически против введения любых квот на прием беженцев. И теперь вполне может пойти на принципе сорвать коалиционный процесс. Первый раунд переговоров состоится уже в эту пятницу. Татьяна Лагунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».